С добрым утром, дорогие подписчики, друзья. День второй. Ходим по полям чудес. Завтра планируется поездка дальняя. Еще на одну церковную землю. А сегодня так пока входим в ритм. Ходим по нашим полям. Вчера вроде ничего особо не ходили. Находки были, но устали вообще безумно. То ли из-за того, что ждали. Типа отпуска. Приехали и свалились. В 6 часов вечера спать, в 7 сегодня встали. У них 7-6. Ладно, будем показывать, что интересно найдем. До встречи. Красота. Идем. Поле должны вспахать вот это все. Ну, что мы и говорили, да, вот это все. Овес с горохом. Они его не стали косить, поэтому вот они нам разрешили. Должны их вспахать подо зиму. Но когда? Хрен знает. Первый сигнал у меня. Деньга, похоже. Да, мыть негде пока. Похоже на деньгу. Берем. Идем туда, в сторону леса. Да, идем. Ноги мокрые уже. По траве утро. Там туман в лесу. Еще пока остался. Гиречка у меня выскочила. Сыренькая. Вот такая пуговичка. Пойдет. Так, сигнальчик там говорят. Хорош, хорошо, на 45-48 долго. Ох, какая. Ух, какая. В общем, очень прилично Николай выглядит. Первый. Первые две копеечки серебра. Не из год только не видно. Ладно, очистить, посмотрим. Пойдет. Так. Так, сигнальчик у нас. Ну, плохие всякие, ну, эти всякие не показываем. Конины, какую-то ерунду надоел. Полный карман уже. Вот это что такое? Ну, это верхушка от креста, от пропеллера. Пропеллера, что ли? Нифига себе. Так от большого, мне так кажется. Очень похоже. Похоже. Похоже на то. Да. Точно. Точно. Что-то терял в луже. Блин, тогда ж целенький-то найдем. Да, пропеллер еще ни разу не находили. Здесь много вот мы находимся. У тебя боевой маникюр, я смотрю, встал. Как обычно. В перчатках без маза. Вот я не могу в перчатках. Я не могу, я не нахожу. В этой грязище ковыряться в перчатках, особенно когда чешуя, вообще ни черта. Да, там тоже 42-й какой-то натертый сигнал. Хрен знает. Но сигнал не монетка. Шмурненько. Или зажигалка. Не, ну 100% это от пропеллера. Да, кусок пропеллера вверх. И у нас этих верхушек уже, наверное, штук 10. Ладно, еще целиком. Пойдем сейчас там копнем. Так, пришли к лесу вот сюда. Здесь, судя по всему, и судя по картам, была дорога в лес уходящая. Опять, ну, лес опять у нас динамит. Сейчас вот в эти дебря лезть, ну, совершенно бессмысленно. И там так они и будут. Может быть, где-то в глубине там и есть нормально, но это, пока прорвешься, офигеешь. Да там сейчас лосины эти, как бы налетят. Да, ну, мухи лосины. Когда-нибудь наш поле. Пуговка, гирька. Вот такая из двух половиночек. Я таких не видел еще пока. Так двух половин? Здесь побродим. Ну а что нам делать-то? Бродить? Мы вот. Да. Да, видимо, здесь старое место, вот этот пятачок. И вон оттуда шла дорога. Видно, по промоинам.
Ну, их здесь много шло. Вот левее, вот ближе к деревьям, там вот это Петровская так называемая. Ой, он сейчас сломается. Трещик нашли. Если... Целый, но ушко ебашится. Лопается. Да, прям вот здесь. Может, не трогать? Не трогаем. Дома щетки. Ну, вот такая находочка. Даже эмаль целая. Походим здесь, поищем. Так, сигнальчик, пломбочку откопали. Ну, торговая дорога здесь. Сейчас, по-моему, посмотрим. Всякой хрени, вон она. Зажигалки. Какие-то колесики, пуговицы, фигня всякая. Именная. Именная? А, да, с ятями. Сыральчик. Хрен знает. О. Промахнулся. Ага, петелька. Я таких вчера не собирала. Петелька. Видишь? Вижу, ты вижу. О, местный житель. Прикольный. Вот, сигнальчик. Плохой. На чернине лежал. Он нам чернин звонит. Такая штучка. Серьга. Серьга, да? Похоже, серебро. Серебро, да еще с камушками. С зелененькими? Угу. А с грешным делом, думаю, не рубинчики. Ой, как я, изумруды. Да нет, я не думаю, но... Половин нету, да? Нет, все есть. 6 белых, 5 зеленых. А, все камушки на месте? Да. Вообще прикольно. Сейчас сниму поближе. Ну, вот так вот. Я больше не буду, то еще повываливаю. Ну, такая фитюлька. Такая красотинка. Это кусочек серьги. Прикольно. Так, сигнальчик. 2 копейки, 30-й год. Ой, забираем. Сигнал пришел. Вдруг-таки. Очень тяжело в этой траве что-то искать. Глубина теряется очень здорово. А запахивать будет, скорее всего, весной. Ох, хер его знает, когда я буду запахивать. Опа. О! Уточки. Ангуртик торчит. Оп. Оп. Деньга. Я угадал. Я говорю, деньга точно, абсолютно. Собрались переезжать. Идем в машине. Вылетел убитый Павел. Полушка. Ну, Павлов-то здесь
хватает. Как говорится, зачет, все равно туда все. Ладно. Так, ребят, переехали мы с тех полей. Что-то подустали мы от них чуть-чуть, и они от нас. Трава высокая, очень сложно что-то там выцеплять. Так, вот у нас посадка деревьев идет. Вот здесь шла дорога. Сзади меня сельцо, сейчас нынешняя деревня. И все это шло, эта дорога шла в церковь. Вот там за теми деревьями церковные земли. Но там сейчас высокая трава, мы туда потом съездим. А здесь вроде можно пройти, попробовать. Ну, сейчас посмотрим, если теряли что-то, найдем. Если не теряли, не найдем. Ладно. Попробую снять. Симпатичная какая. Что-то у меня сегодня насекомые одни. Вот такая бабочка. Я даже не знаю, что это. Офигенная. Большая. Так, а головку мы увидим, если что? Увидим. Вот так вот. Так, ребята оттуда уехали. Решили добрать вот это поле, походить. ПРП. Это не ВРП. А, ВРП, ВРП. ВРП. Побродим, а сегодня будем вечером думать, куда ехать. Везде трава, везде. Ну я не знаю, я что-то как-то надел. Косят плохо. А? Косят плохо. Косят плохо, да. Ладно. Слушай, с этого поля это уже вторая ВРПшка. Там не третья. Если не третья, нет. Вот такая. Он даже мне на мизинец. Да не, он вообще маленький. Смотрите, какой. Масюсенький просто. Перстенечек. На пальце он у меня даже меньше. Дай помню. Там что-то вроде как нарисовано. Старый. 17-ка. Наверное. Целый, что-то нарисовано. Сейчас покажу. Чего-то нарисовано, но чего непонятно. Вот такая вот штучка. Да не, наверное, скорее какой знак солнца, но маленький. Ладно. Бережка. Так, сигнальчик, пуговица. А хер там что прочитаешь, да? Я не знаю, что это, но это какой-то вот странный. А, что там? N1. Да? По-моему, да. Скажу. Я могу ошибаться, надо отмывать. Ну, вот. Какой-то рисунок. Ладно. Так, друзья, находились мы сегодня, ну, как сказать-то, земляной дед у нас в отпуске. Что здесь? Ну, 2 копейки серебром неплохая, колечко зачет, это понятно, пломбочки пропеллера кусок. Ой, шмурдинки. Серебра сегодня нет, ну только может быть вот это серебряное с камушками. Хрен ее знает. Вообще какая-то такая, да.
пуговочки, вот такие штучки, куски чего-то. Гирьки, крест, который скоро сломается. Вот и все. Примерно как вчера. Что-то второй день у нас, ну так, не молчок, конечно, но и не пятачок, как говорится. Так что отгружаемся. Завтра будем думать, что делать и куда ехать. Вернее, думать будем сегодня. Ну, так красота вот такая. Ладно. До скорых встреч.